Всем привет, ребятки! С вами снова я, Вера. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами слепим ежика. Колючего-приколючего. Но доброго. Давайте же скорее приступать. Не забудь, подпишись. Слепим туловище. Передние и задние лапки. Детали для декора. Детали для мордочки, также жгутики для колючек. А теперь соберем. Итак, для лепки ежика нам понадобится белый пластилин. Мы из него слепим вот такую вот объемную деталь, похожую на грушу. По бокам немножко нужно пальчиками вот так давить, чтобы были пропорция отделения головы от туловища. И еще вот такой вот небольшой полусплюснутый шарик для носа. Мы его прикрепим посередине и аккуратно пальчиками уберем место прикрепления, место соединения. Итак, закрепили. Он у нас теперь весь такой носастый. Начнем намечать мордочку. Вот так посередине разделим на такой вот ежиный ротик. Вот, теперь намечем, где у нас будут глазки нашего ежа. Нам нужны маленькие такие черные шарики для глазок. Вот. А теперь шарик побольше. Нос. Вот. Теперь сделаем небольшие галочки, бровки. Но с первого раза бровь не получилась, но ничего страшного, у нас же пластилин, и мы всегда все можем доработать.
Ну вот, вторую бровку я прикрепила. Сейчас он мало похож на ежика, но мы с вами скоро это исправим. Нам нужно оформить ежику колючки. Вот, из жгутиков мы начнем их выкладывать. Вот как такую прическу-спиральку. И в другую сторону. Таким образом кучу-кучу-кучу колючек прикрепим. Ну вот, ребятки, мы ежику закончили прикреплять колючки. Он весь такой в коричневых галочках. И теперь мы его доделаем. Нам нужно сделать ему лапки. Вот такие вот нужны пластиночки для ножек, которые мы разделим на пальчики, конечно же. Прикрепим серую такую капельку на пяточку. И передние лапочки, про них мы тоже не забываем. Вот такая вот нужна деталь. Тоже берем стеком, разделяем. И закрепим. А также не забудем про декор. Нам нужно сделать яблоко, красный шарик. Делаем небольшую дырочку крестиком. Помещаем небольшой коричневый жгутик. К нему зеленый. Это листочек. Вот. Яблоко готово. И теперь нашему ежику мы яблочко прикрепим. Ну вот так вот, на макушку. Так. Заберем ему ножки. Ну вот, наш милый ежик готов. Ну что, мой хороший, как вам мой ежик? Он так тянет лапочки, как будто так и просит: давайте обниматься. Обнимашки очень любят черепашки. Мои ежики, я уверена, тоже любят. Всем пока-пока и до новых встреч!